here. You want to see this? Yes. Yeah. So there is one Red Bull for some time before the game, or sometime we can have some vitamin. Это Red Bull, который я не пью, Snickers, и статуэтка, которую мне фанат Локомотива подарил. Скажи, пожалуйста, ее, что это уже интересно. Фанат Локомотива подарил в честь первого гола в 2004 году. Я с удовольствием покажу. И, собственно, у меня есть несколько, скажем так, вещей на удачу. Начнем вот с них. Это программка, посвященная нашему переводчику Муратику. Вот, это, эту программку мы получили в сезоне 23 перед игрой. Я, честно, не помню с кем. А вот с Краснодаром, когда мы выиграли 3-2. И, собственно, я ее оставил, потому что у меня очень были хорошие отношения с этим человеком. Здесь есть три его четверостишия, стихотворения. То есть у меня всегда выход на поле, вот так вот эта программка стоит. Вот. И я считаю, что она приносит нам удачу. Команде в целом, мне. Опять же, Муратик – это для меня братик. Вот. Есть еще вот такая вещь классная. Мне ее подарили наши замечательные болельщики. Я так понимаю, тот, кто мне это подарил, имеет армянские корни, потому что мы делаем вот так. Здесь флаг Армении. Тоже мне это очень нравится. Я всегда вот ставлю в это место этот подарок. Помимо этого, у меня еще лежит вот здесь всегда крестик мой и обручальное кольцо. Тоже, опять же, на удачу. Вот, здесь тоже есть кое-что интересное. Это вот такая футболка моего очень хорошего знакомого. Мы с ним... Здесь изображена его семья. И по логике вообще я должен был эту футболку надеть на одну из игр. Я ее, собственно, и надел. Это когда мы играли с Уралом в том году на кубок. 2-1 выиграли. Изидор тогда забил, и я. Так как у меня была желтая, уже я не смог снять футболку и показать это изображение. Поэтому после игры я... попросил, чтобы меня сфотографировали, и, собственно, вот такая классная футболка. Я проспорил, спор там тоже очень забавный был, но не буду на это тратить время. И, собственно, вот что у меня еще есть. Это не важно. Вот. Тоже, опять же, подарили наши замечательные болельщики. Сделаем вот так. Вот. Это мой, так скажем, набор удачи, который... Да, Дим, спасибо и тебе. Который... Обязательно, который мне помогает и внушает, скажем так, веру. Вот, собственно, все, что лежит в моем шкафчике. Ну, какого-то что-то такого необычного у меня нет. Это классическая косметичка, скажем так. Не знаю, там душ принять, все ванные принадлежности, зубная щетка, паста. И ничего особенного. Ну и так как играть у нас нельзя, цепочка, кольца, поэтому вот у меня цепочка здесь. Какой-то ритуал у тебя с ней связан? Да? Ну, просто нет, просто как бы я верующий человек, поэтому... Так, ну и кольцо обручальное тоже снимаю. Ты хоть раз забывал снять кольцо или цепочку на него? Да, забывал, но мне прямо вот перед выходом на поле, я уже вот стоял на бровке, и доктор, в команде Ахмати, доктор подбежал прямо вот перед выходом и снял, заметил, что я в цепочке, и я не успел, то есть... Точнее, не успел выйти на поле. Вот он на бровке успел мне снять, а так, в принципе, всегда снимаю, и, потому что это, оказывается, желтая карточка.